об этом проекте узнала тут житель, начали как бы писать ВКонтакте, рассказывали, да. Ну вот сказали, что как бы у нас вот эти скверы подходят. Хочется, чтобы было там фонарики, лавочки, дорожки, вот это было. Здесь тоже что-то, здесь территория большая, может быть, сидинки, что-то для деток какие-то. Вот где-то на самокате как кататься, что, чтобы мамочки сидели рядом. И все было хорошо и красиво. Это должно предложить жителям свое видение, как, чтобы они хотели на этом месте увидеть. А мы это готовы реализовать. Наша задача таких площадок сделать как можно больше, к столетию города. В течение какого-то времени можно постараться все такие уголки в городе привести в порядок и сделать, чтобы это действительно было место и красивое, и удобное, и интересное.